с 1 сентября 2016 года вступили новые изменения по автодрому. Поэтому сегодня расскажу про упражнение «Горка». Какие новые изменения вступили? По новым правилам, приступать к выполнению упражнения ученик должен быть пристегнут и включен ближний свет или ходовые огни. Основная задача осталась той же, то есть выехать на упражнение, на подъем, встать перед стоп-линией, таким образом, чтобы все колеса были на подъеме. Вот, зафиксировать автомобиль и, собственно, тронуться без отката. Откат в 30 сантиметров считается не сдачей. Про сами способы начала движения на подъеме рассказывать не буду. Внизу будет ссылка под видео. Там можно будет посмотреть их. Добавилось только то, что ученик при выполнении упражнения должен стать не далее метра от стоп-линии. Обычно ставятся два конуса в конце упражнения. То есть, и каким образом определить этот метр? В принципе, определить его довольно легко. Если посмотреть под левое зеркало, как только стоп-линия появится из-под зеркала, сразу делаем остановку. Если выйти проверить, то расположение идет примерно вот такое.